для нас. То есть практически традиционное мероприятие, мы большое количество школ проводим. Это возможность и прокачать компетенции команды, потому что ребят, кто организовывает, учатся. Ну и, конечно, так как мы отвечаем и за федеральную повестку, увидеть ребят, которых мы можем пригласить на федеральные проекты, создать возможность роста талантливым ребятам внутри российских студенческих отрядов, ну и впоследствии внутри тех крупных компаний, на базе которых они будут возглавлять штабы. Последние годы мы заметили, что как-то вот именно корпоративный дух у нас в округе стал маленько проседать. Вот, поэтому решили в первую очередь делать акцент именно на знакомстве, на общении ребят, потому что они встречаются в течение года очень часто. Вторая составляющая – это образовательная часть. Большой будет акцент уделяться и охране труда, технике безопасности здесь. Будем обсуждать вопрос набора, то есть будем всю эту информацию у них в головах обновлять, соединять, будем творческие мероприятия для ребят проводить. Сначала я учился, сейчас я чувствую, что я могу учить других, передавая весь опыт, который передавали мне. Именно на этой цели я и двигаюсь дальше, мне это приносит удовольствие. Кстати, мне было очень интересно познакомиться с другими региональными отделениями. Да, я успел познакомиться с Томским, с Кузбасским и с Новосибирским отделением. Мы познакомились, пообщались, рассказали про особенности своего регионального отделения и подняли друг другу настроение. То, что окружная школа проводилась непосредственно в Омске, конечно, развивает наш регион более интенсивно. И на примере других регионов наши ребята познают студенческие отряды и работу в них. И, конечно, делятся опытом между собой, и это, конечно, развивает омские студенческие отряды.